Всем привет и добрый вечер, и добрый день, и доброй ночи, я не знаю. Короче, всем приветики. Игра со зрителями номер 85. А Потапыч закрыт? Ну, ничего страшного. Мы можем и без Потапыча играть, я так думаю, правильно? Потапыч Финлонит, да, у нас сегодня? Кошмар. Эх, Потапыч подводит нас, Потапыч. Так, ну тогда мы делаем проще. У нас аналог Потапыча будет Лига. Кто успел, тот забежал. Если не боитесь японцев. Комбанва, чаймаки. На обновку денег мало, закрыта у Потапыча баррикада. Шубер, ты у нас поэт. Добрый вечер, Долмьюз. Ждем еще одного желающего. Минасан — это ребята же, да, по-моему, переводится у нас камикадзе. Ну что, погнали. Ща нас как побьют. Конбанва, Минасан. Хотя я не знаю, правильно я говорю или нет. Минасан. 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 Да-да-да-да-да. За окошком дождик капает. Майская гроза. А Потапыч у нас откроется только в 3 часа ночи, по идее. Спасибо, Долмьюз, за ретрансляцию. Минасан, да, это вроде как и ребята. Ну да, у нас так как закрыт. Во время сплотфеста Салман работает. Все нормально. Ой, какие они злые. Вроде не японцы. А глюки еще те. Нет. О, мы удержались. Сюрприз.
Не пугайте меня сюрпризами. Привет, Вася Кот. Ауч. Нет, нас прессуют. Надо контроль территории сделать нам. Ой, злой бластер был. Мы удержались, вы представляете? Ауч, глазка. Очень странная у тебя тренировка, Вася Кот, я тебе скажу. Злой бластер. Я вообще не слышал, что кто-нибудь так делал, как ты собираешься делать. Ауч! Там один остался у них. Он на башню пытается залезть. Осторожно. Ну, сразу приватов у нас не будет. У нас лига. Нет Салмана, значит у нас лига. И мы даже не проигрываем, вы представляете? Давай бластер опять. Молодцы! Круто сыграли. Победили даже. Е-е-е. Да, у них очень злой бластер был. Так, следующая партия, кто успеет? Также будем по такому же принципу играть, наверное, как и Салман, что все же хотят поиграть, правильно? Будем по такому же принципу. Точнее, попадаешь. Ну, я тебе скажу так, Вась, код насчет этого. Пароль 2580. Насчет своего минус 3. Я об этом в своем видео рассказывал, опять же, вроде рассказывал. То есть смысл такой, что
Чувствительность меньше ставить надо тем, у кого руки трясутся, могу так сказать. Если у тебя железные руки, ну, в смысле того, что не трясутся, ничего, ты на плюсе максимально сможешь играть отлично. А для ближнего боя минус 3, блин. Вот если ближний бой минус 3, это очень плохо. Ну, как по мне. О. Вперед, вперед, вперед. Васик, вот, я тебя разочарую, тут ты говоришь, вот и дорабатывать правым стиком. А вверх-вниз ты тоже прицел будешь правым стиком дорабатывать? А качество недоступно сейчас на стриме меньше, больше. А, пока только 720 почему-то. Странно, вроде много людей смотрит, а качество только 720 доступно. Странно, странно. А я уже проголосовал. Я первый раз был за майонез. Первоначальным. А теперь я за кетчуп. Не знаю, Васько, по мне это костыль. То, что ты собираешься делать. Ну, попробуй. Страшно. Ой, все четыре, как это здорово. Они опять поехали. Они едут. Ауч, там у них длинный пескарь. Каракатница. У нас на мосту враг.
Руберт, потом расскажешь, как тебе играть лунобластером. Поделишься впечатлениями. Он раненый, один тычок ему. Прям мега раненый был. Отлично. У нас все шансы победить. Вперед, вперед. Вперед, вперед, молодцы. Смотрите, как мы их давить начали. Ауч! Он меня убил. Чат только для смайликов, его надо включить еще. Наверное, я думаю, Зарс включил его уже. Тогда я включу сейчас. Нет. Нет, я не включу сейчас. Смайлик убрали, в смысле, Вегуфа. Нам нужно Йоха! Копите Йоху! Блин, нет! Yes, победа! Сейчас включу. Включил! Ровно на 5 минут. Даже таймер сейчас подрублю. Ой, я чуть таймер случайно на 6 часов не вставил. Кстати, 6 часов был бы чат для смайликов. Пароль 52-14. А у меня иммунитет на смайлики. Зухра с гидрой.
все подряд. Кошмар. У нас странный набор такой, что там не знает, какого врага найти. Чат для смайликов, походу, будет больше 5 минут. Плюс время боя еще. Найс. Выстрелы выбежал. Ой, что это произошло? А мне даже ассиста не пришло, серьезно? Где я хотя в нее целую очередь садил? Так, ну вроде отбились. Ой, таймер так противно запищал. А, как его выключить, с ума сойти. Хрена он увернулся от курочки. Прикольно. Пригнулся так. Соник, тебя выкинуло, да? Соника, по-моему, выкинуло. Ну, судя по тому, что он стоит на респауне, наверное, его выкинуло из лобби, к сожалению. Ну, бывает. Но они сильные, не сказать, что они злые. Нравится? Отлично. Нет, Соника не выкинула. Наверное, его отвлекли от игры. Возможно, кто-то отвлек, и он не смог играть. Так что они, может быть, и не такие злые. Если бы Соник с нами был бы, если бы его никто не отвлек, мы бы, возможно, их победили. Я так даже думаю. Так, какой бы пароль? 1258. Жаль, что Соника отвлекли. Ну, ничего страшного.
Ой, у нас уже полное лобби, серьезно? Водичка. Окей, глоток водички. И еще глоток. Как только кончится водичка, отключу. И еще один глоток, с ума сойти. Короче, Валя, оказывается, пригорел. Ну, ты знаешь, в игре так делать нельзя, на самом деле. Это очень считается дурным тоном. На будущее просто. Блин, у меня пару глотков осталось. Если ты играешь в ранге, в рангах так никогда не делай. Потому что люди очень расстраиваются, когда другие игроки так делают. Шанс всегда есть победить. Нельзя сдаваться. Понимаешь, если ты уже сдался, ты проиграл. А пока ты не проиграл, нельзя сдаваться. Так что борись до конца и не сдавайся. Старайся найти подход, что ты не так делаешь, чтобы плюхнуть врагов. Попробуй быть круче, чем они. В большинстве своем эта игра так и устроена, что... чтобы побеждать сильнейших. О, отлично, меня спасли. Но меня каракатница убьет. Блин. Хлебушек, привет. Блин, динамо такой у них адский. Ведро со спины обошло. Оно очень ранено, кстати. Блин, там кто-то еще со спины. Кошмар. Ад на земле. Я сейчас, наверное, перезапущу стрим по-быстрому. По-быстрому, быстрому, быстрому. Так, залез наверх. Осторожно, со спины, со спины. Камикадзе. Соник, ты что делаешь? Сражайся давай. Все сражаются, стараются. Катница плюхнули. Так, Соник. Е, мы отбились. Зато какая тренировка. Против сильных игроков кидает.
Это ж наоборот круто, можно тренироваться. Отлично, отбились. Ой, у них почти вайп. С центра будет идти, осторожно. Изменялся. Вперед, вперед. Так. Блин, маленький обошел нас, Джуниор. Духрозавр, вся надежда на тебя, ты один. Ауч, там Динамо был. Силу на бластеры, а может быть, я не знаю, может тематически как-то пойдем. Сейчас я перезапущу стрим. А то у меня, смотри, тоже потеря фреймов идет. Молодцы, все старались. Не, могли победить. Мы же отбились, даже практически вайп у них был. Так, я перезапускаю по-быстрому стрим.